Мы, конечно же, очень благодарны руководству зоопарка, то, что они пригласили наших детей возрастом от 6-7 лет и до 15 лет. Сегодня были детки приглашены в зоопарк на экскурсию и на это замечательное представление. Ребята, которые участвуют в спектакле, это участники кружка юных натуралистов Харьковского зоопарка. То главная особенность – это участие в спектакле животных, самых настоящих живых животных. Дети есть дети, дети всегда благодарная публика. Они всегда очень хорошо реагируют на, конечно же, участников наших животных. Обычно очень активно участвуют в играх. И всегда приятно видеть эту детскую энергетику. Ну, дети с особенными потребностями, они очень любят животный мир. Вот все то, что можно особенно потрогать, пощупать, очень близко к себе поднести, им это очень приятно и очень интересно.